Напомню, недавно на главу Новокубанского района Архипова было заведено уголовное дело. Прокуратура выявила многочисленные нарушения закона в деятельности администрации муниципалитета, связанные с распределением земель. Также Новокубанский район уже не первый год считается одним из аутсайдеров Кубани в социально-экономической сфере. Эти факторы и стали поводом руководителю региона Вениамину Кондратьеву предложить Роману Архипову покинуть свой пост.